И мне звонит Саша и говорит, что Володь, тебя ищет Роман Виктюк. Я подумал, что это какой-то розыгрыш. Он говорит, он тебя там ждет в театре на Фонтанке, приходи. И, в общем, ну, в назначенное время я пришел и как бы, зашел со служебного входа. В общем, там какой-то, ну, кто-то портье. Я говорю, что меня пригласил Роман Виктюк. Он говорит, ничего не знаю, сейчас спектакль, подождите в саду. Вот, ну, благо, лето, это я вышел в сад, это, и вдруг выбегает Сергей Шолохов и говорит, Володя, почему ты тут сидишь? Я говорю, а меня не пускают. Он говорит, как не пускают? Буквально через 3 минуты выбежал Роман Григорьев. В общем, конечно, меня уже завели в театр.